Ассаламу алейкум, братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые люди. Я очень благодарен вам за поддержку, за вашу молитву, за помощь. Спасибо большое. Джазакула хайра. Благодарю всех. Да воздаст вам Аллах благо. Вот. Люди откликаются, все помогают. Вот. Приехали братья Вайнахи, не оставили меня с Алматы, забрали с Талдыкургана. Сейчас я вот нахожусь в Садминской больнице города Алматы. Мной будет заниматься профессор, который именно занимается вот этим моим легкими. Вот. Дай Бог, по воле Всевышнего, будем надеяться на хорошее с вашей помощью. Вот. Вот так я под кислородом постоянно сижу, лежу. Ну, и более-менее могу разговаривать. Вот. Его сниму, все становится тяжко. Даже в туалет сходить вот так вот. Вот со мной дядька в палате. Мы вдвоем находимся. Он лежит с печенью здесь. Вот. Всем спасибо огромное. Да воздаст вам Аллах благо. Я благодарю всех, кто звонит, отзывается. Хвала Аллаху. Берегите себя и близких. Салам, брат. Да, Коча, слышал, ну, сейчас это, люди тоже со всего мира звонят, деньги пока, альхамдулилла, собралось. Я в Инстаграме у меня вот, посмотри, две семерки, рам, две семерки, зан. Вот, там люди тоже, 114 было подписчиков, сейчас 20 с чем-то тысяч люди помогают вот так. Распространяют везде, по всему миру. И вот по воле Бога, вот, добрых людей, блогеры тоже, пацаны, Мага Исмаил, спортсмены все распространили мое видео. Вот, и помогают потихоньку. И вот сейчас, пока сбор остановился, так как этот идет... обследование полностью, короче, сейчас мне сделают полностью диагностику, и потом дальше видно будет, если попробуют без операции, короче, сделать, если без операции сделают, то слава Богу, если нет, то уже дальше сборы возобновятся, и я буду обращаться к людям. А к тебе, брат, я твой номер запишу. Береги себя.